Большой секрет. И расскажем мы о нем. О нет. Такой буран, мы вышли гулять. Да? Для прогулки любая погода, Тимофей? Да. Буранище. Что тут все задуло, все тропинки. Вот это снега навалило в этом году. Ну так, минус 12, тепло. Конечно, мой снеговичок, он идет сзади. А на ту площадку. Да, на ту площадку идем. В центр мы, наверное, не дойдем, да? Да. Здесь поиграем, да и все. Тут. Но. Я хочу там. Ну вот там. Че ты там? Прошел. Сейчас идем в центр с Тимофеем. Снег валит, прям вообще валит, даже такой колючий. Да, Тимоша, не зря ты шарф одел, да? Шарф вообще не любит одевать. А сегодня мне сам говорит, твоя мама, там же буран, надо шарф одеть. Одел. Ой. Посмотри на меня. О, на кого ты похож, снеговик. Тимоша делает ангелочек. Этой рукой сильнее делай. Щекочек. Вставай уже. Че ты тут развалился? Вставай. Надо аккуратно вставать, ты всего сломал. Че валяешься там, а? Догнал, да? Ну все, идем домой. Короче, не собирались даже лишнего ничего покупать. Сейчас дома покажу, что купили. Чем нам вечером, да, заниматься? Смотрим мультики. Да. Тимоша делает уроки. Уже 4 написал. Ага, я тут рисую. Ребят, это же радужный дождь. Ага, для него радужный дождь рисую. Садись, сделаем. А я буду писать Амогуса, то есть рисовать. Да, он сейчас уроки сделает и будет рисовать Амогуса, радужного хочет нарисовать. Просто когда я напишу, все, у меня будет перемена. Я буду рисовать Амогуса. Нет, после се ты будешь еще писать во-вя-си. Три буквы там надо, да? Да. Во-вя-си. Ну давай, пиши. Еще у меня есть лупа. Да, еще лупу ему купили. Вот купили, кстати, новые карандаши. У нас такие же были. Он там уже половину растерял в школе. Да, это как бану-бану. Папа нам звонит. Надо ответить. Писывайте. Крестик убери, не надо его грызть. Садись, пиши, а я тут уже авокадо рисую. Короче, с Тимошей тут... Нарисован. Ну, так. Давай пиши. Ну,
Ну, давай, давай. Давай, давай. Пиши. Вя надо писать, да? Вя. Так, учимся писать букву Я. В мы научились Я. Писать. Смотришь за мной? Палочку, кругляшок и ножку. То есть вот с другой стороны пишем. Палочку, кругляшок и ножку. Ну-ка, это попробуй. Же, это же... Да, неправильно. Тоже путается уже. Можно на другую? Буквы пишутся. Угу. Так, пишем, учимся. Одну, не, это плохо, другую не надо 10 раз обводить. 10 раз мы не обводим. Я вообще буду рисовать самую большую Я. Чтоб клеточку помещала, самая большая. Ну где твоя полосочка? Палочку рисуем. Так. Зачем много раз так рисуешь? Я нет, три раза. Один надо. Провел и все. Давай заново. Провел? Где? Угу. Так, кругляшочек рисуй. И ножку. Тут. Получилось? Да, все. Все, я мы научились писать. Понял, как ее писать? Теперь пишем в. Вспоминай палочку. Как и два кругляшка. Как тут, да? Да. Два в. Похоже на сиденье, да? Да. Доклад. Пиши. Перейдем к нашей старой в. Я! Я палочку вспоминаю с другой стороны, ставим палочку. Да, вот здесь, молодец. Теперь кругляшок я рисую. И ножку. Ножку, матушку. Молодец. Давай. Дальше. Вообще тут надо так. То есть так. А еще мы купили вот такую вот подушечку. Тимоша захотел. И еще, говорит, ему одну такую надо. Ну, как-нибудь сходим еще купим. Он увидел у дяди Димы в машине. Говорит, надо еще одну в машину положить. Ну, купим. Брус этот, кстати, с червяками. Он отнес назад. Заменили на другой. Он прикрутил. Опять, как и на кухне. Будем делать с Мишей потолок. Ну, вот в двух частях. Здесь... Покажу. Здесь вот так вот раз и кончается. Туда уже не надо. Ну, потом будет вам понятнее. Сейчас так. Начал он уже вытягивать стены. Здесь вытянул. Все прям идеально. Здесь только начал. Тут еще вот эту стену. Она очень кривая. Слой наложил. Сейчас поближе покажу. И будет еще. Ну, тут... Для розеток заштробил, для проводов. Короче, будет еще тут мазать. Вот. Работа идет у нас. Все продвигается. Потихонечку двигаемся вперед. Вот такую вот красоту мы нарисовали с Тимофеем карандашами. Вот это вот Тимоша тут. Это Амогус. Это вот я такую рисовала. Он смотрел и тоже нарисовал. Подписал мама плюс Тимофей. Двойная любовь. Так, а с какой-то стороны у нас еще тут подписано. Не помню, на какой. Вот это сердце. Но это сердце он в школе делал на 11 Валентина. На какой-то сзади он подписан. А, вот тут тоже Тимофей плюс мама равно любовь. Вот кактус. Тимоша рисовал. А этот я рисовала. Естественно. Он смотрел и решил такое. У него
он злобный там, потому что это с его любимой игры «Зомби против растений». Там такой он и есть. Вот так вот мы вечера проводим. Всем пока-пока.